Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о неотложных состояниях и интенсивной терапии инфекционных заболеваний на догоспитальном этапе у взрослых. Актуальность. Первое. Инфекционные болезни занимают одно из ведущих мест в патологии человека. По некоторым данным, до 50-60% всех регистрируемых заболеваний имеет инфекционную природу. Второе. 20 век принес выдающиеся открытия в области инфекционной патологии. Открыты возбудители многих заболеваний, описана их клиника, разработаны современные методы диагностики, лечения и профилактики, создание мощных антибактериальных препаратов, современных вакцин, других высокоактивных эффективных методов. Лечение к середине и концу 20 века породили иллюзии полного искоренения инфекции. Третье. Реально совместными усилиями человечества в 20 веке удалось победить только одно заболевание – натуральную оспу. Четвертое. В 21 веке инфекционные болезни сохраняют свою актуальность. Классические массовые инфекционные болезни – грипп, ветряная оспа, энтеровирусные инфекции и другие – болезни, вызываемые условно-патогенными возбудителями, внутрибольничные инфекции, оппортунистические инфекции, пищевые инфекции – новые инфекционные болезни, гепатиты и другие. Возвращающиеся инфекционные болезни – сифилис, туберкулез, дифтерия. Редкие экзотические инфекции с очень тяжелым течением – лихорадка Эбола, Марбург и другие. Болезни, впервые установленные инфекционные этиологии – первичный рак шейки матки, язвенные болезни желудка и так далее. Пятое. В практике работы практически любого специалиста – не исключение врач скорой медицинской помощи, заболевание, связанное с наличием инфекционного агента, занимает одно из ведущих мест. Шестое. Инфекционные патологии, в отличие от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, чаще приводят к смерти в молодых возрастных группах. Каждый пятый ребенок в возрасте до года погибает от инфекционной болезни. Сепсис, менингит, острые кишечные инфекции и так далее. Седьмое. В соответствии с международной классификацией болезни, значительная часть инфекционной патологии отнесена к другим группам болезней – органов дыхания, пищеварения, нервной системы и так далее. В результате чего в структуре смертности в Российской Федерации инфекционные болезни составляют до 2%, между тем, как истинные показатели, несомненно, выше, тем более, что причиной смерти – даже при классических заболеваниях неинфекционного генеза часто является присоединение инфекции. Необходимо дать следующее определение критического состояния или неотложного состояния. Это нарушение целостности организма на основе информационной энергетической несостоятельности и клинически проявляющейся системы множественных острых дисфункций. Нарушение целостности организма можно приравнивать и нарушением сознания. Если мы говорим о информационной энергетической несостоятельности, мы имеем в виду нарушение кровообращения. И клинически проявляется множественно острых дисфункций. Вам известен термин СПОН – синдром полиорганной недостаточности. В настоящее время его несколько по-иному трактуют, и сейчас идут в пользу все-таки дисфункции, нежели недостаточности. Необходимо дать определение интенсивной терапии инфекционных больных. Это комплекс мероприятий, применяемых при критическом состоянии или угрозе его развития. Далее посмотрите определение системы множественных острых дисфункций. Это крайне тяжелое состояние больного, или это форма критического состояния, развившаяся при генерализованном, затянувшемся перфузионном метаболическом несоответствии и проявляющейся каскадным и последовательным нарастанием дисфункции, недостаточности и несостоятельности ряда органов и тканей организма. Что здесь требует пояснения? То, что это крайне тяжелое состояние больного, это форма критического состояния, развивающаяся на основе генерализованного, затянувшегося перфузионно-метаболического несоответствия. Соответственно, идет нарушение микроциркуляторного русла всех тех функций. И характеризуется постепенным нарастанием дисфункции. Мы говорим о том, что если имеется дисфункция трех систем, то летальность достигает 40%. Если дисфункция
происходит 5 систем, то летальность составляет 50%. Если мы говорим о том, что функциональные системы организма у нас 7, и если имеется диссонанс всех 7 систем, соответственно, летальность составляет 100%. Причины критического состояния, их 7. Первое – шок. Второе – это острая дыхательная недостаточность. Третье – это отек набухания головного мозга. Четвертое – это кома. Пятое – острая печёночная недостаточность. Шестое – острая почечная недостаточность. И седьмое – тромбогеморрагический синдром. Первый вопрос – шок. Состояние шока было впервые описано Гиппократом. Термин «шок» был применен в 1737 году ведущим хирургом наполеоновской армии Ледраном. В Оксфордском словаре от английского «шок» — это значит «удар, потрясение». Еще раз говорю о том, что в словаре дано следующее толкование «шока» — это яростное столкновение двух вооруженных сил, стремящихся уничтожить друг друга. С медицинской точки зрения, яростное столкновение означает, что процесс развития шока всегда острый. По своей природе шок никогда не может быть хроническим. А вооруженные силы – это борьба адаптивных механизмов организма и, собственно, шокового фактора. Шоковый фактор – это абстрактное понятие, имеющее больший объем и краткое содержание. Шоковый фактор может быть социального, травматического, постгеморрагического, кардиогенного, инфекционного, психоэмоционального характера. В зависимости от вида шокового фактора будет происходить то или иное развитие шока. Будут определяться особенности течения интенсивной терапии. Иными словами, шок – собирательное понятие и отражает любое воздействие на организм, которое по силе и частоте превышает адаптивные механизмы организма. У каждого человека шоковый фактор индивидуален, сохраняя при этом видовые особенности. Таким образом, шоковый фактор является величиной, которая соотносится с адаптивными механизмами организма. Организм либо адаптируется к шоковому фактору, возникает выздоровление, саногенез, либо наступает гибель, танатогенез. Мы говорим о том, что критическое состояние – это нарушение целостности организма на основе информационно-энергетической несостоятельности. Но мы должны вспомнить о том, что шок – это форма критического состояния, проявляющаяся множественной органной дисфункции, каскадно развивающейся на основе генерализованного кризиса микроциркуляции и, как правило, заканчивающей летально без лечения. Летальность при шоке достигает 90%. Также говорим о том, что шок – это типовой медико-биологически острый процесс, развивается быстро, 5-6 часов. Являясь крайне тяжелым состоянием, требует определенной последовательности действий. Успех терапии шока укладывается в рамки 1 часа. Больной должен быть госпитализирован в отделение реанимацию и в операционную. Никакой задержки в приемном покое быть не должно. По классификации шока, представленной Дмитрием Владимировичем в 2010 году, и учитывая универсальный принцип любой классификации, что все причины условно развивается в пространстве во времени, по причине мы говорим о том, что по характеру шокового фактора шок может быть болевой, летальность составляет до 40%, шок может быть второй, геморрагический, летальность до 60%, третий шок может быть травматический, летальность до 40%. Обратите внимание, что инфекционно-токсический шок, летальность при грамположительной флоре 60%, при грамотрицательной до 90%. Пятый – термический, летальность до 40%. То есть 5 представителей – это наиболее часто встречающие шоки. Шестой – психоэмоциональный, но летальность мало где изучена. Седьмой – экзотоксиновый, это может быть инсулиновый, отравление универсальными клеточными ядами, летальность до 20%. Шок кардиальный или кардиогенный шок, летальность до 90%. И девятый представитель – это анафилактический шок, летальность до 30%. Патогномоничными признаками шока является система множественных острых дисфункций, а именно – нарушение сознания, система нейрогуморальной регуляции вовлекается в патологический процесс в 100% случаев, система газообмена также вовлекается в 100% случаев,
печёночно-почечные выделительные системы в 100% случаев, системы гемостаза и водно-электролитный баланс нарушается в 100% случаев. Органы-мишени, входящие в систему множественных острых дисфункций, создают различные последовательности включения этих органов в патологические процессы. Несостоятельность кровообращения, коагулопатия при шоке всегда нарушается звенья системы свертывания крови, так как при кардиогенном шоке, например, возникает тромбозы, хирургии кровотечения с последующим развитием тромбогеморрагического синдрома. Также развивается дисгидрия и нарушение электролитного баланса, ацидоз. Диагностические критерии, они подразделяются на клинические, функциональные, биохимические и патоморфологические. Первый, конечно же, это нарушение сознания. Далее оцениваем кожный покров. Кожный покров будет бледный, холодный, отсутствие кондурирующих вен. Следующий – это пульс. Оценивайте газообмен по клинической картине, тахипное, олигопное, брадипное. Очень интересным клиническим критерием является диурез. Темп диуреза имеет свои значения и механизм воздействия шокового фактора. Допустим, термическая травма, ожог, отморожение, инфекция. Функциональные критерии. Мы помним о том, что необходимо смотреть и на кровообращение, и на газообмен. Низкое артериальное давление. Необходимо считать пульсовое, среднее, систолическое, диастолическое. Необходимо нам знать объемно-скоростные показатели, которые при помощи допплерографии УЗИ сердца, инвазивные изменения, измерения, это пульсон пика плюс, можно это все определить. Легочный газообмен, вентиляционно-перфузионные отношения, число дыхания, дыхательный объем, минутный объем дыхания. Также мы помним о том, что описываем как апноэ, тахи, бради, олигопноэ. Можно исследовать и вентиляционно-перфузионные отношения аппаратом Пульмовиста 500. Необходимо проводить аускультацию легких. И очень интересный вопрос – это особенности аускультации легких у больных на искусственной вентиляции. Биохимические критерии. Метаболический ацидоз. Вначале компенсированный дыхательным, затем, возможно, сменяется и смешанным. Электролитный баланс, гипокалемия, гипернатремия и другие изменения в зависимости от тяжести состояния больного. Гиперкоагуляция, система гемостаза. Возможно, гипокоагуляция, гиперкоагуляция. Есть критерии. Увеличение артериовенозной разницы по кислороду. Необходимо считать доставку и потребление кислорода. Врачам скорой помощи необходимо смотреть и на парциальное напряжение углекислого газа путем капнографии. На этапе стационарном для оценки функции кровообращения исследовать лактат, пируват. Патоморфологические критерии, они, собственно, одинаковые. При критическом состоянии отмечается жидкое состояние крови в сердце сосудов, секвестрации крови в микроциркуляторном русле, шунтирование кровотока, быстрая мобилизация гликогена из депо и циркуляторно-гипоксические повреждения органа. Также при шоке необходимо оценить гиповолемию. Для того, чтобы установить наличие гиповолемии, необходимо определить следующие показатели. Первое. Температуру и окраску кожи. При уменьшении объема циркулирующей крови температура кожи снижается, слизистые оболочки бледнеют. Второе. Рисунок подкожных венозных сосудов конечностей и вен шеи. При снижении объема циркулирующей крови вены спавшиеся с нечеткими контурами нередко становятся невидимыми. Третье. Величина и скорость диуреза. При уменьшении объема циркулирующей крови величина и скорость диуреза снижается до минимальных значений, вплоть до развития экстраренальной анурии. Четвертое. Наполнение пульса и частота сердечных сокращений. При уменьшении объема циркулирующей крови повышается число сердечных сокращений и снижается наполнение артерий. Пятое. Систолическое и диастолическое артериальное давление. При снижении объема циркулирующей крови на 15%, а иногда и до 30%, систолическое артериальное давление было замечено, что оно не снижается, но диастолическое артериальное давление повышается. Пульсовое давление уменьшается. При сниженном объеме циркулирующей крови более 30% снижается систолическое артериальное давление, тогда как диастолическое артериальное давление остается повышенным и снижается только в терминальной стадии шока. Здесь представлен геморрагический. Шестое. Центральное венозное давление. При уменьшении объема циркулирующей крови
обычно снижается не менее чем на 20%. Наличие сопутствующей сердечной слабости может маскировать снижение объема циркулирующей крови. В этих случаях центральное венозное давление может оставаться на нормальном уровне при значительном дефиците объема циркулирующей крови. На фоне искусственной вентиляции легких, вазоактивной терапии, значимость показателя центрального венозного давления низкая. Седьмой. Шоковый индекс, индекс Альтговера. Частное отделение пульса на показатель систолического артериального давления. Снижение объема циркулирующей крови обычно сопровождается ускорением числа сердечных сокращений и снижением систолического артериального давления. Это сопряженный показатель, и в зависимости от дефицита объема циркулирующей крови указанное соотношение изменяется. Интенсивная терапия шока. Первое. Необходима профилактика малого сердечного выброса. Нормализация объема циркулирующей крови, ритма сердца – это своеобразный фундамент профилактики кризиса микроциркуляции. На его подготовку уходит 1 час. Второе. Нормализация микроциркуляции складывается из единства 7 процессов. Первое – газообмен. Второе – профузионное давление. Третье – лимфодренаж. Четвертое – гемостаз. Пятое – метаболизм. Шестое – теплообмен. И седьмое – иммуногенез. Третье – интенсивная терапия системы множественных острых дисфункций путем замещения функций искусственной вентиляции легких, гемодиализ, переливания плазмы, компонентов крови и так далее. Четвертое. Седатация. Возникает вопрос, сознание больного должно быть умеренно активным или угнетенным. Итак, проблема шока общебиологическая. Она безмерно актуальна, так как сохраняется высокая летальность. Шок затрагивает глубинные процессы в организме, то есть это проблема целостного организма. Если нет целостного подхода к проблеме шока, то не будет эффекта от лечения. Этиотропная терапия. При проведении необходимо учитывать, если это в рамках инфекционно-токсического шока. Первое. Нозологическую форму заболевания. Второе. Чувствительность микробов к применяемым антибиотикам и химиотерапевтическим средствам. Третье. Возможно усиление интоксикации вследствие массивного бактериоза. Четвертое. Нежелательные лекарственные реакции химиотерапевтических препаратов. Пятое. Особая опасность представляет определенное сочетание антибиотиков с патогенетическими средствами. Шестое. Частое проведение интенсивной терапии на фоне нарушения функций органов и систем, осуществляющих проникновение вводимых препаратов к очагу инфекции и их введение из организма. Седьмое. Максимальные терапевтические дозы антибиотиков, особенно так называемые мегадозы, могут существенно изменять внутреннюю среду организма и функции жизненно важных органов. Антибактериальная терапия применяется преимущественно внутривенно в максимально допустимых терапевтических концентрациях. Назначение антибактериальных препаратов для больных, находящихся в критическом состоянии, предполагает не столько увеличение их доз, сколько учет всех факторов патогенеза каждой конкретной болезни, влияющих на фармакокинетику и фармакодинамику используемых препаратов. В частности, мы помним о том, что если проводятся эфферентные методы лечения, доза препаратов должна быть откорректирована. При проведении инфузионной терапии мы помним о том, что у нас имеется осмолярность, то есть осмотическое давление, которое необходимо учитывать при проведении инфузионной терапии. И основные компоненты плазмы, составляемые им осмотическое давление, это натрий, хлор, мочевина, калий, глюкоза, белок. Соответственно, осмолярность плазмы рассчитывается по формуле 2 натрия, глюкоза, мочевина, калий. В норме 300 плюс-минус 7 миллиосмоль в литре. Соответственно, инфузионная терапия, выбор раствора для коррекции гиповолемии необходимо строить на изучении данной формулы. Алгоритм инфузионной терапии имеет несколько пунктов. Первое. Диагностика физико-химических изменений в жидких средах организма. По данным циркулирующей крови, необходимо исследовать электролитные, осмотические, о которых мы уже сказали, кислотно-основные, электрохимические и объемные нарушения. Второе. Необходимо проводить оценку транспортных возможностей сердечно-сосудистой системы, насосной функции миокарда, выделительной функции почек, функциональных нервных регуляторных систем. Третье. Выбор и расчет коррегирующих растворов. Необходимо помнить, что они бывают энергетические, кислородотранспортные и водно-электролитные.
Четвертое. Определение энергетических растворов для нутритивной поддержки. Пятое. Расчет общего объема вливаемой жидкости, физиологическая потребность плюс патологические потери и память об эндогенной воде. Шестое. Определение способа и скорости введения. Это могут быть объемные сосудистые нарушения, быстро, внутривенно, и клеточные нарушения, когда требуется медленное внутривенное введение препаратов. Седьмое. Определение сосудистого уровня. Что это? Адресное протекание или это необходимо артериальное введение препаратов. Восьмое. Установление последовательности введения растворов, а именно от базового к коррегирующему, от общего к частному. Девятое. Первичный контроль эффективности вливания от количества к качеству. Смотрим объем циркулирующей крови, минутный объем сердца, функционально-органные изменения, электрофизиологические, соответственно, сознание, ритм сердца. Главные показатели критического состояния больного. Десятое. Проводится окончательная корректировка алгоритма инфузионной терапии. Следующее состояние – это острая дыхательная недостаточность. Это форма критического состояния, развивающаяся на основе структурно-функциональной недостаточности ацинуса и вентиляционно-перфузионного разобщения, проявляющейся цианозом, тахипноей, гипоксией и гиперкапнией в крови в тканях. Газообмен, он всегда сопровождается и всегда страдает при нарушении кровообращения, и при шоке легкие страдают в 100%. Также имеются клинические критерии – а именно нарушение сознания, соответствующий кожный покров, это изменение центральной гемодинамики, изменение газообмена. По функциональным критериям мы также можем определить и нарушение кровообращения, и имеющиеся нарушения легочного газообмена. Очень необходимо нам напомнить об особенности аускультации легких у больных в фертическом состоянии. То есть учитывая то, что легкие выполняют множество метаболических функций, в частности, инактивации биологически активных веществ, такой в критическом состоянии, эти функции нарушены. И поэтому у больных с инфекционно-токсическим шоком идет распространение биологически активных веществ, идет усиление воспалительной системы, воспалительной реакции, и легкие включаются 100%. При инфекционном токсическом шоке, при сепсисе. Биохимические критерии, также они включают в себя и кислотно-основные показатели. Необходимо оценивать и систему гемостаза, и смотреть артериовенозную разницу кислорода. Патоморфологические критерии, они идентичны при критическом состоянии. Какая же помощь должна быть оказана больному с острой дыхательной недостаточностью? Первое. Необходимо восстановить проходимость дыхательных путей. Интубация трахеи. Да, 100% случаев защищает от аспирации и восстанавливает проходимость дыхательных путей. На этапе скорой медицинской помощи возможно применение ларингеальной маски. А восстановление проходимости дыхательных путей и дальнейшая поддержка альвеолярной вентиляции. Второе. Респираторная поддержка альвеолярной вентиляции до уровня, обеспечивающей артериализацию венозной крови. В этом есть смысл газообмена. Какой режим, какой параметр вы выберете, будет все ситуационно. Но возможно в принудительном режиме вентиляцию проводить в вспомогательном режиме и в режиме спонтанной вентиляции. Третье. Помним о том, что гемодинамическая поддержка, потому что малый круг кровообращения, есть функция большого круга кровообращения. И в зависимости от типа центральной гемодинамики целевые показатели должны быть следующими. Четвертое. Помним о том, что малый круг кровообращения – это зона низкого перфузионного давления. Необходимо обеспечить адекватное перфузионное давление именно в малом круге кровообращения. И оттуда будут зависеть и нормальные вентиляционно-перфузионные отношения. Пятое. Это деэскалационная или комбинированная антибактериальная терапия в зависимости от ситуации. Шестое. Мы проводим противовоспалительную терапию либо глюкокортикостероидами. Мы знаем о том, что это универсальный препарат иммуносупрессии. Или нестероидными противовоспалительными препаратами. Но напоминаем, что это все проводим осторожно.
7. Обязательно нутритивная поддержка. И 8. При необходимости проводится экстракорпоральный метод оксигенации и элиминации углекислого газа. Мы напоминаем о том, что врачам скорой медицинской помощи, согласно профессионального стандарта, необходимо оказывать помощь больным не только на этапе догоспитальном, но и на этапе стационара. Следующее осложнение – это острые церебральные расстройства. Может быть в виде инфекционной токсической энцефалопатии или нейротоксикоза, обусловленной преимущественно общими метаболическими нарушениями, происходящими в результате интоксикации или эндотоксемии, гипертоксические формы инфекции, шок, острая почечная недостаточность, острая печёночная недостаточность. Также в виде может быть отека или набухания головного мозга, обусловленного преимущественно нарушением микроциркуляции, чаще при нейроинфекции. Очень приятно давать определение, которое было рождено на кафедре скорой неотложной анестезиолого-реанимационной помощи, и данное определение описано в диссертации на соискании ученой степени доктора медицинских наук Александра Валерьевича Кулигина. Мы говорим о том, что кома – это критическое состояние, характеризующееся количественным нарушением, выключением сознания, вплоть до его отсутствия с нарушением двигательных, чувствительных и соматических функциональных, а также вегетативных функций организма, приводящие к глубоким изменениям гомеокинеза. Мы говорим о том, что это форма критического состояния. Больной в коме требует проведения реанимации и интенсивной терапии. А почему? Здесь указано, что это вегетативные нарушения, которые приводят к глубоким изменениям гомеокинеза. Все привыкли к такому термину, как гомеостаз. Гомеостаз – это постоянство внутренней среды организма. Но мы говорим о том, что в организме все движется. Калий изменяется, натрий изменяется, состав внеклеточный, внутриклеточный. Соответственно, в организме это у нас среда, в которой происходит движение. И в результате этого возникла идея о замене на гомеокинез, который представлен в данном определении. По классификации комы бывает в первой степени, когда отсутствует сознание, произвольные движения отсутствуют, больной не реагирует на свет и окрики, но сохраняется реакция на боль и на вещества. Наблюдается расстройство, такие как нашатырь, наблюдается расстройство сердечно-сосудистой системы дыхания, мышечный тонус и сухожильные рефлексы снижены, глотание затруднено, фотореакция зрачков вялая, корнеальные рефлексы сохранены, что немаловажно. При проведении интубации трахеи помним о том, что эта зона очень мощной вагусной иннервации, и необходимо, прежде чем проводить интубацию трахеи, проводить введение М-холиноблокатора. Кома второй степени. Сознание и реакция на внешние раздражители утрачены полностью. Фотореакция зрачков вялая, корнеальные сухожильные рефлексы резко снижены, наблюдается патологическое дыхание, нарушение сердечной деятельности, изменяется артериальное давление. Кома третьей степени, атоническая кома. Полная утрата сознания, рефлексов на фоне нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, патологическое дыхание определяется. Кома четвертой степени, отсутствие самостоятельного дыхания, грубые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы на фоне полной рефлексии и отсутствия биоэлектрической активности головного мозга. Также мы помним о том, что угнетение сознания возможно посчитать по шкале Ком-Глазго. Какая же необходима помощь? Скорая медицинская помощь. Первое. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей. Реанимационные мероприятия, которые направлены на восстановление и поддержание витальных функций. Следующее – это нормализация внутричерепного давления. Третье. Восстановление гемо- и ликвородинамики. Четвертое. Профилактика смещений, вклинений и связанных с этим необратимых поражений центральной нервной системы. Шестое. Коррекция глиально-нейроаксиального нейронального метаболизма. Седьмое. Необходимо стабилизировать центральную гемодинамику путем оптимизации артериального давления, инотропной поддержки, в случае высокого артериального давления, введение гипотензивных средств. Восьмое. Коррекция сердечной недостаточности, коррекция волемии и реологических свойств крови проводится по общепринятым правилам.
И заключительный этап – это проведение по необходимости антиаритмической терапии. Следующее осложнение, которое случается в клинике инфекционных болезней – это острая печёночная недостаточность. Это форма критического состояния, остро развившаяся на основе перфузионно-метаболического несоответствия, приведшего к структурно-функциональной несостоятельности гепатоцитов, проявляющиеся неспецифическим симптомокомплексом желтуха, энцефалопатии, неспособность к печени к биотрансформации веществ. Напоминаю, что это форма критического состояния. Возникает острое перфузионно-метаболическое несоответствие и все изменения, которые характеризуются соответствующим симптомокомплексом. И самый признак критического состояния больного с печёночной недостаточностью – это энцефалопатия. К клиническим критериям также относятся нарушение сознания, изменение кожного покрова, который может приобретать экторичный характер. Необходимо оценивать центральную гемодинамику. По функциональным критериям вы оцениваете дополнительно еще и функции печени. Проводится ультразвуковое исследование брюшной полости, компьютерная томография органов брюшной полости для исследования функции строения печени. Биохимические критерии. Наряду с кислотно-основным, наряду с электролитным балансом, необходимо исследовать систему гемостаза, необходимо исследовать и общий анализ крови, и изменения биохимического плана, в частности, печёночные ферменты, и все пробы необходимо тоже исследовать. Патоморфологические критерии, они одинаковы, мы уже сказали, при критическом состоянии. При острой печёночной недостаточности элементом скорой медицинской помощи возможно. Это немедленная госпитализация. В случае нарушения сознания транспортировка больного проводится в положении на боку. В случае остановки дыхания и нарушения дыхания, конечно же, мы восстанавливаем проходимость дыхательных путей, интубации трахеи. Необходимо проведение дезинтоксикационной терапии. Достаточно доказательная база. Необходимо внутривенно капельное введение растворов глюкозы и растворов аспрогината. Необходимо помнить о нарушениях водно-электролитного обмена, возможно введение диуретиков, введение аскорбиновой кислоты и введение глюкокортикостероидов в указанной дозе. По клиническим критериям, это мы уже сказали, острая почечная недостаточность является осложнением ряда почечных и внепочечных заболеваний, а также критических состояний, характеризующихся резким ухудшением или прекращением функции почек, проявляющихся следующим симптомокомплексом – олигоурии, азотемии, гипергидратации, нарушением кислотно-основного состояния и нарушением водно-электролитного баланса. Острая почечная недостаточность – это форма критического состояния, и причинами могут быть ряд как почечных, так и внепочечных заболеваний. Соответственно, острая почечная недостаточность может быть проявлением шока, тромбогеморрагического синдрома. Острая почечная недостаточность в клинике инфекционных болезней может быть результатом геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Может быть и в плане инфекционных болезней, которые относятся к острой кишечной инфекции. Причин очень много для развития острой почечной недостаточности. Если развивается острая почечная недостаточность, мы помним, конечно же, о том, что эфферентный метод лечения, но больной с острой почечной недостаточностью, если он перенес шок, мы помним о том, что необходимо восстановить газообмен, необходимо поддержать центральную гемодинамику, необходимо помнить о легких, о функциях легких, необходимо поддерживать гемостаз, и при необходимости продолжается антибактериальная терапия, но с учетом токсичного действия на нефро-ткань почек. И еще раз напоминаем о эфферентных методах лечения, которые применяются уже на этапе стационара. Следующее осложнение может быть в форме тромбогеморрагического синдрома. Это форма критического состояния, развивающаяся на основе дисбаланса механизмов гемостаза,
проявляющейся системы множественных острых дисфункций с потерей функции крови. Тромбогеморрагический синдром требует интенсивного лечения. Фазы течения тромбогеморрагического синдрома, их 4. Первое. Фаза гиперкоагуляции с локализованным микротромбообразованием и недостаточностью функции пораженного органа. Вторая фаза – это фаза гиперкоагуляции, проявляющаяся распространенным процессом тромбообразования с развитием дефицита факторов свертывания и недостаточностью жизненно важных органов. Третья фаза – гипокоагуляция с активацией фибринолиза и внутрисосудистым гемолизом, острый тромбогеморрагический синдром и развитием системы множественных острых дисфункций. И четвертая фаза – это профузное кровотечение. Клинические критерии при тромбогеморрагическом синдроме также оцениваете сознание, кожный покров, гемодинамику, кровообращение, функциональные критерии. Здесь мы можем еще указать как тромбоэластографию, которая также оценивается. Очень важным критерием является при тромбогеморрагическом синдроме. Биохимическом критерии также относятся исследования кислотно-основного водно-электролитного баланса, системы гемостаза, поддерживается газообмен, он также исследуется, и патоморфологические критерии, мы сказали о том, что в критическом состоянии они одинаковы. Какая же помощь должна быть оказана больному с тромбогеморрагическим синдромом? Первое. Необходимо провести диагностику первопричины, при этом сохранив клинико-функциональный биохимический подход. Второе. Необходимо интенсивное лечение газообмена и в первую очередь кровообращение. Третье. Необходимо провести интенсивную коррекцию подсистем гемостаза. Помнить о клеточном компоненте плазменных ферментных системах. Помнить об эндотелии. Четвертое. Необходимо торможение чрезмерной активности фибринолиза. Пятое. Помнить о необходимости седатации. Проводим шестое – респираторную поддержку. И седьмое – глюкокортикостероиды, краткий курс. По литературе, в настоящее время литературы также очень много, и необходимо читать и по инфекционным болезням, и по эпидемиологии, необходимо читать и книги по неотложным состояниям, и по оказанию скорой медицинской помощи больным в критическом состоянии. Спасибо за внимание.